Начали проект над новым велосипедом. Называется фирма или торговая марка Mondia. Модель Thunder Flash. Это такой городской на жесткой вилке велосипед. И клиент хочет его полностью модернизировать, перекрасить, восстановить, чтобы он ездил очень хорошо. Значит, первая проблема, которая у нас тут есть, это у нас очень кривой вынос. Он завернут в бок. И такой же кривой руль. Вторая проблема — это то, что у нас разбитое посадочное место в шатуне. Соответственно, надо будет менять либо шатун, либо всю систему целиком. Это мы посмотрим сейчас износ звезд, износ цепи. Но пока я пытаюсь его разобрать полностью, потому что рама, вилка и крылья у нас поедут в покраску. Все разобрано, сложено в коробочку. У нас здесь кривая вилка, мертвая каретка, мертвая рулевая. Рама вроде бы в геометрии. Рама стальная, очень тяжелая, 3 килограмма 250 грамм она весит. То есть это как две обычных рамы. Это у нас крепление под задний кантилеверный тормоз, это крепление под багажник и крепление под динамо-машинку. То есть можно сюда динамо-машинку поставить. Горизонтальные дропауты разогнуты очень сильно. Именно вот с этой стороны и кривой петух. В общем, сейчас будем решать, что мы будем с этой рамой делать. Перекрасили раму. Вот такой вот темно-красный, насыщенный цвет, как кровь. Прям очень-очень-очень темно-красный. Значит, заклеивали все посадочные места, но видите, вот краска все равно попадает, и все равно она будет сейчас торцевать рулевую. И, возможно, надо будет торцевать каретку. Везде винтики вкручены, то есть все резьбы мы полностью сохраняем, но есть косяк. Мастер, к сожалению, не заклеил посадочные места под вибрейки. Соответственно, вот эту краску вот в этих местах придется сейчас зачищать мне, тратить на это время. Но это, в принципе, шкурочка недолго делается. И потом на смазочку сядет сюда вибрейк. И вилка тоже покрашена в такой же насыщенный красный цвет. Вот китайская обычная вилка резьбовая. Все это у нас будет собираться в ближайшие дни. Зачистил от краски посадочное место и запрессовал с помощью специального инструмента вот это нижнее колечко упорное. И запрессовал с помощью пресса рулевую. Встало все замечательно. Зазоров вообще нету. То есть главное отторцевать края от лишней краски, от заусенцев, от всего. Так вот это смотрится. Краска очень прочная, удается ее сточить только напильником, и только после этого шкурочку уже подровнять. Минут 15 я потратил на один пивот, чтобы очистить от краски. Вот так вот это выглядит. Все, теперь если на смазочку посадить, да и без смазки здесь будет хорошо ходить, потому что здесь пластиковая втулка, и дальше латунная вот эта штучка, она по металлу хорошо скользит. Но лучше, конечно, смазать чуть-чуть хорошей густой смазкой, и тогда все это будет служить достаточно долго, потому что все-таки сами пивоты металлические, чтобы они не ржавели, не окислялись. Смазка, наверное, все-таки необходима в таких узлах. Сейчас второй почищу и продолжу разбирать раму, потому что здесь я все выкрутил очень хорошо, а на раме там винтов очень-очень много. Прошло, наверное, уже 2 месяца, как я взял этот велосипед в ремонт. Наконец-то его покрасили, наконец-то привезли все запчасти, кроме подсидела. Здесь подсидел 25 миллиметров диаметром, не 25,4 современный, а именно 25 миллиметров. И вот мы ждем, пока только подсидел. Все остальное, в принципе, готово. И начинается сборка. Значит, колеса встали, колеса на промах. Колеса, ну, передняя вилка современная, все вообще идеально. Все хорошо, вот такая резина будет интересная. Заднее колесо, к сожалению, втулка чуть шире, буквально на пару миллиметров. Но я думаю, что это рама кривая, потому что сверху у нас все хорошо, а снизу у нас немножечко уходит в эту сторону. Скорее всего, вот это перо, оно тем более, видите, как сильно разогнуто. Скорее всего, вот это перо кривое, и поэтому чуть-чуть, буквально на пару миллиметров отгибаем и устанавливаем колесо. Резьбу я прочистил, все резьбы я прочистил, все хорошо. Теперь я подбираю каретку. На данный момент у меня каретка стоит 116 миллиметров, и шатун просто надет на сухую. То есть, видите, цепь уходит чуть-чуть в бок.
Это у нас происходит на третьей звезде. Скорее всего, клиент у нас будет кататься на средней и на большой звезде. И здесь тоже использовать какие-то вот эти вот звездочки маленькие. И я думаю, что каретка сядет, скорее всего, еще на 2-3 мм глубже, потому что это алюминиевые шатуны. То есть у него посадочное место очень хорошее. Вот, но у нас зазорчик есть еще вот такой достаточно большой. Поэтому я сейчас 116-ю каретку выкручу и поставлю сюда 115-ю каретку. Сначала я это делаю на сухую, все это закручиваю. Если там внутри есть какая-то пыль, она сейчас вниз провалится. Я все это компрессором продую и уже на смазку, на силиконовую поставлю каретку, запрессую шатуны. И после этого начну собирать все дальше. То есть мне предстоит переключатели поставить, рубашки, тросики, крылья, багажник. То есть тут еще работы очень-очень-очень много. Задние переключатели, передние переключатели мы оставляем старые. И наступила очередь мойки. Сейчас я буду все это разбирать, чистить, полностью отмывать. И все это будет работать как новенькое. Совсем увлекся сборкой и забываю вам показывать все этапы работы. Установлены крылья, шатуны. В общем, осталось только задний переключатель, передний поставить и все настраивать. Все отмыл. Уже собрал. Смотрите, какой чистенький. Пружинку даже видно. Стал капельку смазочки туда капнуть. Все будет работать отлично. Представляете, да, сколько здесь было грязи. Тоже не стал все это записывать на видео. В общем, почти завершающий этап. В общем, все достаточно хорошо работает. Намазал так вот жирно смазочкой. За ночь это все впитается в оба переключателя. Они будут работать еще лучше. Передний нормально, задний нормально. Просто видите, он под более большую звезду. Но в целом ничего не спадает. Все достаточно хорошо работает. Осталось сделать тормоза. Тормоза. И педальку прикрутить. Ну и седло. И можно ехать. Так, завершилось восстановление велосипеда. Пока не могу снять его в условиях, потому что у нас тут и мука, и стройматериалы, и все вместе. Мы этим тоже занимаемся. Вот такой велосипед получился. Сиденье будет от стелса, новенькое, мягенькое. Все полностью готово. К сожалению, не удалось развести вот эти вот тросики крест-накрест, как я люблю. Идут они с этой стороны, но при этом очень плавный изгиб. Поэтому все хорошо, ничего здесь не будет у нас скрести внутри рубашки. В смысле, сами тросики не будут изгибаться, ломаться и так далее. Сколько бюджет ремонта вот такого недорогого велосипеда? Около 30 тысяч. То есть 30 тысяч примерно ушло рублей по состоянию на конец 2021 года. На запчасти работы здесь 1500, все остальное запчасти. Часть покупал клиент, часть покупал я, и это очень дешево. То есть, кстати, 30 тысяч отдать за обычный дорожник, просто чтобы его восстановить, и это очень дешево. Почему? Потому что, например, багажник стоит 1400 у меня, а в магазинах, на рынке он 2, в магазинах 2500-2600, то есть в два раза дороже. Крылья полноразмерные, вот такие вот модные, красивые, с брызговичками, у меня стоит 1000. Я не думаю, что в магазине вы даже за 2 такие купите, а скорее всего, там вообще 2,5-3 за них отдадите. И так далее, то есть там каждая позиция в 2-3 раза стоит дешевле по работе, да, вот 1000-1500 примерно вот полностью разобрать, собрать, все это настроить. В магазинах, соответственно, вы отдадите 5, как минимум. Поэтому 30 тысяч дорого или недорого для восстановления такой велосипед не могу вам сказать, каждый решает для себя. Мы вот все делаем красивенько, ставим колпачки, подбираем все винтики, все регулируем, все настраиваем. Осталось только вот подсидел. Клиент привезет новый подсидел на 25, уже со встроенным замком. То есть, когда замок встроен в подсидел, поставим ему сиденье, он поедет кататься. Тормоза работают, втулки все у нас на промах, каретка на промах. У нас только рулевая на шариках остается, потому что она дюймовая. И как бы рулевая стоит 200 рублей, а на промах с Алиэкспресса около 1000. Она стоит именно дюймовая. Вот такая разница в цене. Интересный велосипед. Единственное, что вот он намного более темно-красный, чем так кажется при искусственном освещении. Завтра я его на улицу выкачу и сфоткаю еще раз. Хотел сказать дождливым ноябрьским утром, но у нас уже снег идет. Все, велосипед собран. К сожалению, интернет-магазин нас подвел насчет подсидела. И подсидел приедет не очень скоро. Поэтому пока клиент уедет на обычном подсиделе, потом сам поменяет на новый с замком. Такой получился у нас велосипед. Он очень красивый, очень стильный. Но, к сожалению, он сейчас будет немножко грязный, пока доедет до дома. И дорогой он получился. Но зато все компоненты полностью новые.